вноси в стримы какое-то разнообразие, пообещай в конце разыграть денег или футболки, там лежат 5 месяцев, их отдай наконец, рассказывай анекдоты или парики свои носи. Ну, советы, в принципе, достаточно логичные. Придется выполнять, да? Здесь дважды усосемся, видимо. О, нет. Ну, смотри, один аут потратили, надо выигрывать вторую. Король! Красиво. Можно не докупаться. Давай дважды. Сюда. Старый добрый 5к не подводит никогда. Что здесь папка ебта? Какой я молодец все-таки, да? Видели? Ладно, хоть тот вколил снэпом, а то я бы так не узнал, и в чате обоссали бы меня, как всегда. Что же за кривые руки-то у меня? Оторвать их надо к херам! Черная ведь, блядь! Нахера меня замазали на терни тогда? Пятерки нормально запихались. Души. Давай дважды, пожалуйста. Да хорош мисс кликать, ты задолбал, Миша! Руки у меня хоть и золотые. Да только вот из задницы растут. Ну хоть простили в этот раз. Пи***ц, просто взять. Я типа чек играл, да? Я не ожидал, что у меня полетит Дон Колын просто. Я играл чек, у меня он на той же кнопке, что и кол. Вот, сыграл. Здесь не могу не блефануть я. Ну давайте уже, блядь. Сгорел сарай, гори и хата, отлично. Просто сет, блядь, в такую руку, конечно, супер. Охуенно. Естественно, пойду. Вот и все, вот и закончился апстрик, ребятки. Похоже, что на этом все у нас. Да, блядь, бесите, сука, снэпколит, все время нацию собирает. В натуре я все свои блефы, блядь, делаю против первого нация все время. Че за бред-то, а? Просто сидят все время, сука, доезжают, а я блефую. Единственный в этом поляне, который может блефовать все время. Хуй тильтокол. Понятно. Так, все, ребятки. Да. Нам сегодня 5. Да. Ну, достаем. Давай лесом у них. Ну, достаем. Ну, после такого надо просто уходить. Просто надо уходить, но я никуда не уйду. Ну, с таким подходом ты просто сейчас сосешься на 15-ку, на 20-ку, я не знаю. Если пойдет хайстейк сейчас, это очень плохо будет, реально. Не потому что, ну, то есть, я, типа, должен радоваться, если пойдет хайстейк, но просто сейчас состояние такое, типа, а, да... Похер на бабки, вообще погнали. Всех заблефуем, всех выдавим, всех что-нибудь там сделаем. Это очень плохо. A few moments later. Хотя что, красивое.
Выглядит страшно же. Упс. Я тут даже не побороться нормально. Ну дайте. Ну дайте. Пожалуйста. Черви. Ой, плохо. Дама валет. Дама валет. One time. Да, неприятно. Рип, Миша. Вот, конечно. Фух. Король Ривер, ну чё? О. Ну что пошло так? Бодренько. Под, пожалуйста, вот он. Big hand. Big hand. Это Big Hand. Ну да. Красиво получилось. Нет, это правда смешно, Тимтошка. Я вот триметил, я в холодный. Я думал, там 30, а там 130. Я бы сам уже перестал верить, если честно. 1400, что? Ну, Ривер неприятный, конечно. Просто он редко оплатит на него. Понятно, что мы редко младше здесь, потому что с валет там вряд ли будет. Думает, уже хорошо. Так, чуть поприятнее сразу результаты пошли смотреть. Верим в себя. Да 93% можно устоять! Сколько можно-то, а? Живые карты плохо. Ну нет! Ну, кондёр, включайся, алло. Сука, естественно, еще здесь будет бэтбит. Кондёр даже не может включиться. Я известный уфолог из Казахстана, раскрыл ваши тайны. Вы не человек, вы гуманоид, пришелец. Доказательство нужно отнести то, что вы имеете не характерно для человека большую голову, а главное, что вы постоянно питаетесь кока-колой. Ведь вообще известно, что именно кола служит для поддержки оптимального кислотно-щелочного баланса вашего инопланетного организма. Справедливо. Раскусили, можно сказать. Блоком и терналын можно ставить. И отдаваться тату спокойно. Так, ладно, обратно на 200-400 пошли. То, что вы только что сказали, одна из самых безумно идиотских вещей из тех, что я когда-либо слышал. Да что за еб***ь флоп-то, а? Блять, и пуш сразу, да?
Какой замечательный терн. Давай, Алын, ставь теперь. О, Drone Dead, приятно. Не переедут здесь. Восстанови, Юрий, это хорошо, конечно. Стал еще оплату получить. Есть, сюда давай. Ой, там сет был, нихера себе какой. Бетон. Прикиньте, доску спарили бы. Вот это я бы обливался нормально. Не надо. Пожалуйста. Я очень прошу, пожалуйста. Пожалуйста, всего два аут. Да, блядь, сюда. Мы валим отсюда. Есть же новый рекордный банк за карьеру. Убежал, всем пока.